Всем известны огромные цифры ежегодно погибающих в дорожно-транспортных происшествиях. Однако бюджетные средства, выделенные в 2008 году на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при ДТП, освоены не были. В текущем году, по данным Счетной палаты, вновь этому вопросу не уделяется внимания. Из 2,5 миллиардов рублей, выделенных в федеральном бюджете на модернизацию медицинского оборудования в 365 учреждениях здравоохранения, расположенных вдоль федеральных автодорог, не освоено ни одного рубля. Прошу принять протокольное поручение Комитету по охране здоровья запросить правительству информацию, почему не исполняется федеральный бюджет по этому важному направлению.